Приветствую вас, Анастасия. Во-первых, очень важно для себя, наверное, вам определить, чего хотите вы и что беспокоит вас в целом в отношениях. Потому что вы пытаетесь его понять. Ну вот своего парня, скажем так, но не очень понятно зачем, да? Не очень понятно, зачем вы пытаетесь его понять, для чего конкретно вы пытаетесь его понять. Вот. Чтобы что? Да, как бы, ну, чего вам хочется для себя? Такой момент здесь очень важно для себя определить, потому что вы находитесь в отношениях. Вот. Вы находитесь в отношениях и, ну, в первую очередь важно смотреть на то, что вы хотите делать, да, что, как вы хотите, ну, дальше двигаться, ну, в отношениях, что вам нужно, и так далее. То есть это вот очень такой, на мой взгляд, важный момент для вас, потому что я понимаю, что вы не удовлетворены, да, но важно понять, чем именно вы не удовлетворены и как именно вызывает вас поведение от молодого человека, как именно и чем. Чем вас задевает. Вот. А вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать, то, что мог бы, то, как мог бы ответить вам на вопрос. Обратите внимание также на то, что вы, судя по всему, пытаетесь играть в игру, в игре пытаетесь манипулировать. Вот. Ну, такая вот своего рода манипуляция получается, да, с вашей стороны. То есть не буду сама писать. Вот, чтобы проверить человека, чтобы проверить его чувства. Вот, ну, это тоже не показатель таких вот каких-то искренних отношений, да, это не показатель того, что вот вы, ну, что вы именно для человека хотите что-то делать, а, ну, а не для себя. Это как бы демонстрирует, что вы думаете о себе, заботитесь о себе, беспокоитесь тоже о себе. Вот, плохого в этом ничего нет, потому что вы беспокоитесь о себе и думаете о себе, но тут получается, что вы как бы зависимы от действий человека, ну, от действий вот мужчины. Вот, и это в свою очередь делает вас зависимым, что, конечно, неприемлемо абсолютно, если вы там, допустим,
хотите выстраивать более-менее свободные такие отношения. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить. А по поводу того, писать, не писать, опять же, вопрос заключается в том, чего вы сами хотите. Если, к примеру, вам, ну, хочется написать, да, то есть, если вы хотите, именно вот хотите написать, то напишите. Но при условии, что нет ожиданий никаких. А если есть ожидания, наверное, писать не стоит, то тут им смысл права себе разобраться, да, имеет смысл своими вообще чувствами определиться, ожиданиями, вот, и вот именно тем, как вы, наверное, видите перспектив, вот, то есть, ну, именно перспектива. Вот. Значит. То есть вот как в дальнейшем вы видите там, допустим, свои, ну вот, отношения и так далее. Вот, если вас, конечно, не устраивает, то об этом нужно молодому человеку сказать, безусловно. Вот, но только не играя в игры, проверки, типа, хочу проверить, как ты ко мне относишься, и вот всякое такое. Вот, чтобы этого все-таки не было. По возможности. Вот. Вот такой ответ, я думаю, вам в целом можно дать. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена, а вы сможете найти выход из сложившегося положения. Удачи вам!